Нестеренко. Громче, друзья! Так же волнительно, как и в бою, так и в предыдущем. Я когда выходил перед очень большим количеством народа, это волнительно и очень напрягает, я бы сказал. Поэтому чувствовал ответственность. Ощущения непередаваемые. Сразу хочу сказать, что каждый должен на себе прочувствовать этот мандраж, этот импульс единения, импульс причастия к Сочинской Олимпиаде. Но я думаю, что советую каждому побыть в моей шкуре. А, то есть через 4 года еще пробежаться? Да, если есть возможность, то через каждых 4 года бегать. Эмоции вообще супер, нам все очень понравилось. Организаторы молодцы, волонтеры просто супер.